Московские торговые центры активно возвращаются к привычному ритму работы. К открывшимся в начале лета магазинам прибавились кафе и рестораны. Мы приехали в центральный детский магазин на Лубянке. Давайте посмотрим, как здесь работают кафе и гастрономические корнеры в гастрогалерее. Надо сказать, что в самом ЦДМе открыто уже 95% магазинов. Все они работают с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Здесь усилен режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования, установлены ультрафиолетовые рециркуляторы. Отдельное пространство в ЦДМ – гастрогалерея, где собраны популярные кухни мира на любой вкус. От традиционной греческой и грузинской до сингапурского стрит-ит – блюд из Вьетнама, Израиля и других стран. На днях здесь открылся корнер про пельмени с домашней кухней. Я работаю здесь неподалеку, в банке, и хочу сказать, что мне это место очень нравится. Раньше мы с коллегами сюда приходили и обедать, и ужинать. Самое интересное, что здесь можно заказать на первое, допустим, суп харчо, второе – хачапури, третье – стаканчик с фруктами или манго-шейк. Гастрогалерея – настоящая изюминка центрального детского магазина. Пока авиаперелеты еще не разрешены, здесь можно совершить настоящее кругосветное путешествие. Я был в Греции, в Вьетнаме, еще в нескольких странах. Здесь очень вкусно готовят и сохраняют колорит местной кухни каждой страны.